Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и на продаже появился объект 268/4. Мечта ПТВода, и в частности моя мечта. Я мечтаю об этой машине с момента, как она появилась в игре, и мне постоянно что-то мешает ее себе приобрести. На данный момент мне мешает отсутствие золота на моем основном аккаунте, который я благополучно слил на летнем аукционе, с чем я себя, дорогого ГСН, и поздравляю. Ну ладно, я верю в то, что рано или поздно объект появится в моем ангаре на основном аккаунте, и вот тогда уж я точно душу отведу. Что касается наборов, именно наборов, за 22 500 вы получаете не просто голую машину и слот в ангаре, вы получаете еще и открытое все оборудование. Вы сможете сэкономить 4 миллиона серебром, но все же я бы, как обычный игрок, хотел, чтобы мне сюда не положили вот этот вот великолепный презент, а сделали ценник в голде немножко ниже. Ну, положили, да и слава богу, спасибо большое, могли и того не положить, а ценник оставить тот же. Что касается набора подороже за 27 500, то здесь прям совсем все, что хочешь. И открытое все оборудование, и X5 в количестве 25 штук, которым вы сможете существенно поднять свой элитный опыт экипажа. Абсолютно не нужный никому аватар, как мне кажется. Есть легендарный внешний вид, который, зараза, действительно красиво смотрится на этой машине. Здесь я спорить не буду абсолютно. Ну а что касается контейнеров, то вы можете получить 5 контов мистических сразу и выполнить приказ на 3 мега-контейнера. Для этого необходимо будет победить в 50 боях за 10 дней. Согласитесь, приказ проще нет. Мы все делаем по 5 побед в день, и я не думаю, что для кого-то это будет сложностью. Что касается самой машины, я делал на него абсолютно честный обзор, он есть на канале, будет ссылочка в описании и всплывет вот здесь наверху в процессе данного видоса. Что касается технических характеристик по орудию, ну прям все очень классно, время сведения завышенное, но, ребят, при этом альфа-то составляет целых практически 700 единиц и довольно-таки приятное пробитие в 265. Если не хватает, возьмите кумулятивы, будет вам счастье. Да, вы потеряете 90 альфы, но все же оно стоит того, и лучше все-таки кого-то проковырять на 600, чем не пробить на 690. Что касается ДПМа, то в целом очень приятный 2900 с учетом амуниции и оборудования. Короче говоря, тачка очень классная. А еще она классная тем, что обладает очень хорошей броней. Да, если вы вот так будете поворачиваться, то вам будут сюда в рубку забрасывать. Но если вы будете упрямо стоять вот так вот мордой к своему сопернику и будете прятать свой нижний бронелист, то поверьте мне, ему будет крайне неприятно пытаться вас выцеливать, особенно если он играет с сенсором. Ну что, давайте возьмем машину, просто выкатим из ангара и посмотрим, на что она способна. Ну что, поехали. Как бы я сильно не расхваливал данную машину, понятное дело, что она не без недостатков. Недостатки в ней, безусловно, есть, и сейчас давайте будем их обсуждать. Первый недостаток – это крайне скудная маневренность. Ни в коем случае не позволяйте вашим соперникам сближаться с вами, потому что как только они будут это делать, и вы им это позволите, они сразу начнут заезжать вам в борта, соответственно, дальше в корму, и начнут вас крутить. А сделать вы с этим, по определению, ничего не сможете. Машина на месте вращается крайне-крайне туго. Что касается передвижение по карте. Максималка нормальная, едет вполне спокойно. И плюс к тому, ребят, машина обладает броней, поэтому вы можете смело, пользуясь своей достаточной подвижностью, ехать вместе со своей командой. Вам нет необходимости находиться на третьей линии, но в то же время стоит помнить по поводу того, что все-таки, если у вас нет желания попасть под раздачу и, соответственно, отхватывать по бортам и по корме, то, как я уже сказал, дистанцию соблюдать необходимо. Только для того, чтобы уйти от этого момента. Во всех остальных отношениях машина в целом комфортная. Также стоит помнить по поводу того, что данная ПТ-ха с задним расположением башни, и это влечет за собой тоже определенный ряд нюансов в отношении использования ее в боях. Это далеко не самый легкий в использовании тип техники, когда башня находится сзади. Ну, в нашем случае рубка. Что касается точности по орудию, я не думаю, что я сейчас, конечно, так попаду, но ради интереса кинул в треугольник пустой между домами, точнее, между крышами домов. Так вот, ребят, во всех остальных отношениях машина довольно бодрая. Несмотря на заднее расположение рубки, у нее вполне себе сносные, приятные углы склонения орудия вниз. Вы можете отыгрывать от тех или иных неровностей. Вы можете... сейчас, секундочку... Вы можете танковать рубкой, но только для этого вам необходимо стоять исключительно прямо по отношению к вашему сопернику. Если вы хотя бы немножко довернете, то сразу будете получать в борта вашей рубки. И, поверьте мне, приятного будет мало. Это действительно слабые зоны данной машины, поэтому многие игроки делают ошибку именно в том, что поворачиваются, как-то пытаясь мансить. Ни в коем случае вот так вот не мансите, потому что как только вы мансите, вот в такой проекции сразу сюда в бортину вашей рубки вам прилетит.
Как только будет засечена серая зона, поверьте мне, выцелить ее не составляет абсолютно никакой сложности. Что самое интересное, что здесь хорошо забронирован и нижний бронелист. Не настолько картонен, как всем кажется. Ну вот сейчас я стою в прямой проекции, пытается Прога сейчас найти во мне слабую зону, но поверьте мне, он не может ее найти, потому что ее просто нет. Вроде бы кажется, когда целишься в этот объект, что есть серая зона по командирскому лючку, но блин, попробуй его поймай. Сейчас Прога попытается подъехать ко мне максимально близко, соответственно, я буду уходить на безопасное расстояние и ждать, пока он поднимется ко мне, и, соответственно, буду в него откидывать. Теперь давайте поедем прямо на него. Прям быковать будем. И как вы видите, он не может ничего сделать. Он не находит во мне нормальных серых зон. Его ошибка сейчас заключается в том, что когда я на него поехал, ему стоило все-таки давить на педаль газа и обойти меня со стороны, для того, чтобы можно было в бортину ко мне заехать. В таком случае Прога 65-я действительно бы сейчас зарешала в отношении меня, ну и, соответственно, отправила бы меня отдыхать. Где там наш оставшийся легкий танк, по результатам уничтожения которого мы сможем заценить наши наработки по данному бою? Где он? Верните, верните смертника. Ну молодец, не сдается, уже красавчик. Время сведения. Меня немножко раздражает то, что орудие не начинает сводиться прям с лету. Оно сначала думает, а потом начинает потихоньку начинать сводиться. И это действительно порой доставляет дискомфорт, и в некоторых игровых ситуациях все-таки забирают у вас возможность, как у меня сейчас, выбросить свой снаряд из орудия тогда, когда действительно нужно. Ну, вот такие вот нюансы. Как я уже сказал, у нас нет идеальных машин, и каждая машина так или иначе обладает какими-то недостатками. Вообще не потея, практически ничего не делая, разговаривая с вами, я сделал 2720 единиц урона, уничтожил трех соперников, получил какие-никакие результаты по серебру, но все-таки это коллекционка, это не фармер, это ПТ для удовольствия. Ну и что касается результатов в отношении того, сколько я набросал в рамках своей команды, то, согласитесь, я ненамного отстал от товарища на Т-54Е1. Именно поэтому я безумно мечтаю о объекте 268/4. Рано или поздно моя мечта сбудется, я поставлю его в ангар. Ну а пока я продолжаю пускать на него слюни. А вам рекомендую, если вы обладаете достаточным количеством голды и души не чаете в ПТ-водстве, и вам нравится играть именно на ПТ-хах, покупайте. Вы действительно об этом не пожалеете. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.